Ну что, сейчас 5 утра по пекинскому времени, а это, между прочим, 12 часов ночи по Москве. И нет, я не ложусь спать, я уже проснулась, и сейчас я покажу вам, как проходит наше утро в Олимпийской деревне. Маску мы носим абсолютно везде, причем не обычную, а вот такую, N95. Это обязательно. Надо признать, что дом, в котором поселили нашу команду, располагается в деревне самым удачным образом. Все, что нам нужно, находится очень-очень близко, и идти никуда далеко не надо. Повернули за угол, поднялись по лестнице и уже пришли на ПЦР-тестирование. Здесь все очень хорошо организовано. Это занимает минимальное количество времени. Good morning. Good morning. Так, вот наша проверочка. Сканирует аккредитацию. Thank you. И уже с этой проверочкой мы идем на тестирование. Thank you. Вот так вот быстро мы уже все сдали и можем идти. После ежедневного ПЦР-тестирования, буквально пару шагов, мы уже пришли в круглосуточную столовую. Как я и говорила, все самое важное находится очень близко. Сейчас я покажу, какие у нас тут меры предосторожности. Hello. Так, обрабатываем руки обязательно. Обязательно берем перчатки. И идем накладывать еду. Вот так вот выглядит столовая. Тут мы накладываем еду, точнее нам ее накладывают. Я уже шуршу своими перчатками. Вот, а дальше мы проходим за столики. Каждый столик вот с такой перегородкой, поэтому каждый человек сидит в своем таком защищенном уголочке, где есть санитайзеры, салфетки. Так, 6:30, мы уже в автобусе, который доставит нас в тренировки на ледовую арену. Спасибо, что смотрели, следите за Олимпиадой, болейте и переживайте за наших спортсменов. Нам очень важна ваша поддержка.